Привет, будущий студент! Меня зовут Олег, и сегодня мы предлагаем тебе отличную возможность познакомиться с одним из направлений автомобильно-дорожного факультета. И в этом нам поможет наши сегодняшние гости. Всем привет! Меня зовут Мартынова Варвара, я студентка 4-го курса СПБ ГАСУ. Супер! Откуда ты и почему ты решила поступить именно в ГАСУ? Я из Москвы, и класса с 9-го мечтала переехать в культурную столицу. В классе в 11-м нацелилась на строительный вуз, но окончательно определилась только уже после результатов ЕГЭ. Ну что ж, давай перейдем, наверное, ближе к сути. Я думаю, всем интересно, на каком направлении ты обучаешься? Сейчас я обучаюсь на техносферной безопасности. Звучит заманчиво. А в чем же его суть? Это охрана труда и обеспечение производственной безопасности, как в нормальных условиях, так и в условиях чрезвычайной ситуации. Основной деятельностью является снижение травматизма, надзор и контроль за самим производством и, конечно же, охрана окружающей среды. А что у тебя с будущим трудоустройством? Наши студенты могут устраиваться на должность инженера по охране труда, по производственной безопасности, специалистами по специальной оценке условий труда и много чего прочего. Я думаю, всем интересно узнать, а какие дисциплины ты изучаешь на своем направлении? В моем направлении изучается буквально все. Инженерная графика, строительные материалы, основы архитектуры, сопротивление материалов, теоретическая механика, конечно же, безопасность жизнедеятельности, управление техносферной безопасностью, мониторинг и микроклимат зданий и сооружений и все тому прочее. Да уж, у тебя и вправду много дисциплин. А есть что интересное показать нашим абитуриентам? Да, конечно. Что-то он как-то криво лег. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Вот ты уже находишься на 4-м курсе обучения. А были ли у тебя возможности проявить себя или получить больше знаний по нашему направлению? Да, конечно. За 4 года обучения в университете я буквально влюбилась в будущую профессию и очень хочу стать профессионалом своего дела. Я успела поучаствовать в различных мероприятиях. Мы с одногруппниками были на открытии полигона «Умный труд». Также я участвовала в конкурсе, во всероссийском конкурсе ЮНЕКО. Там представляла один из модулей нашего полигона. На базе полигона будут проводиться обучения по идентификации опасностей и переподготовке кадров. То есть это очень важно и безумно круто. Кстати, если я не ошибаюсь, еще одним твоим достижением является статус старосты группы. А как ты с ним справляешься? Дает ли тебе дополнительные сложности? Староста группы — это, безусловно, лицо группы. Это дополнительная нагрузка, это возможность держать контакт с преподавателями. Нужно уметь находить подход как к преподавателям, так и к одногруппникам. И, конечно же, своевременно доносить важную информацию. Что ж, и еще один волнующий всех вопрос. А как тебе столовая в нашем вузе? Столовая ГАСУ — это главный мотиватор на учебу. Мы всегда с одногруппниками занимаем большой стол, все дружно обедаем, пьем чай, так что это причина ездить в универ. Ну что ж, на этом, я думаю, мы подходим к концу. Спасибо тебе, Варя, что поделилась своей историей. Я думаю, это воодушевит абитуриентов. До встречи у нас в СПБ ГАСУ!